Заходим в мастерскую. Сейчас я вам покажу кое-что интересное. Значит, у нас очень часто бывает какое-то что-то очень грязненькое, что надо отмыть. А поскольку мастера работают допоздна, у нас есть ведерко. И вот там таинственный состав, в который, соответственно, сейчас мы будем отмачивать все вот эти грязные детали. Потому что это самый-самый лучший, самый секретный состав, который только можно придумать. Концентрат от всех щедрот всех мастеров наших. И вот так вот поболтать. Вот, смотрите, как хорошо. Сейчас все это растворит. Кто-нибудь придет, еще добавит попозже. Покажу, что получится. Что, прошел у нас один день. Пойдемте посмотрим, как работает дедовский метод от старого веломастера, которого однажды я встретил по своем жизненном пути. Сейчас посмотрим, как у нас звездочки очистились. Ух ты! Смотрите, какая красота! Прям, опа! Видали? А запах-то, а запах! Вот, так что пользуйтесь таким вот методом, и все будет офигенно. То есть очищает вообще идеально. Просто сутки лежит в этом концентрате, и все. Осталось только руками, главное, не трогайте. Просто это вот сейчас все смыть желтенькое, и ништяк с мылом. И можно обезжирить еще для красоты. Пойду сейчас все это отмывать.